А в другой части Видного, в Расторгуевском парке, ситуация полностью противоположная. Большое количество диких уток в этом году замечено на местном пруду. Впервые на водоеме они появились пару лет назад. Сначала сюда прилетало несколько семей пернатых, а этим летом сотрудники парка насчитали около 350 уток, которые здесь поселились с середины весны. Мы в этом году даже отбирали пробы воды в этом пруду, и пробы показали, что есть некоторые превышения по химическим показателям, но превышения по бактериологии отсутствуют. Поэтому, я думаю, уточки, в общем-то, это тоже понимают и слетаются на этот водный объект. Расторгуевский парк ежегодно благоустраивают. За последние несколько лет здесь высадили около 700 молодых деревьев и кустарников. Все это способствует благоприятной экологической обстановке. Стоит отметить, что и пернатые приносят свою пользу. Летом, кроме растительной и животной пищи, которую дикие утки находят в водоемах, они потребляют большое количество личинок комаров, благодаря чему эти насекомые не размножаются в огромных количествах. Таким образом, утки, добывая себе пищу, помогают людям и природе. Планов у нас тоже стоит создать такую комфортную среду для птиц. Может быть, там лебеди будут, может быть, и гуси будут, и также уточки будут. Отдыхая в парке, жителям не стоит забывать, что кормить уток хлебом нельзя. Лучше принести с собой овес, пшеницу, овсяные хлопья, а также овощи, свеклу или морковь.